Ба-б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 а. Мы туристы, да. Надя, стыдно идти рядом со мной, да? Нью-Йорк! Материалов, ты не думай, что я тебя дам. Товарищи бизнесмены и юристы, все, что я вам говорил на этом канале, теперь забудьте. Теперь вы будете получать референсы, каверы на синглы, публиковаться в Best in UA. И самое главное, узнайте свои ДНК личности. ДНК личности. У меня убивает то, что сейчас происходит на улице, депрессия. Я спасаюсь вот такими яркими вещами, ярким свитшотом. Сегодня я выбираю желтый, потому что он уж очень тусклый на улице. Совсем скоро, кстати, будет новый цвет, офигенно яркий. И это прекрасно, иначе было бы скучно. Начинай мучь меня. Я же вижу, ты опасен, и это напрасно. Абсолютно напрасно, ведь мне глубоко. Оп!
семейка. Оп. Так, ребят, все нормально, все хорошо. Здесь вот Ира Горовая, вот в такой позе. Надька за стенкой. Очень удобный телевизор, смотрите. Сейчас, это для того, очень удобно смотреть. Ир, это для тебя. Всем привет! Я уже в Нью-Йорке вместе с командой Maybelline на New York Fashion Week. Если вы хотите провести со мной целый день в сторис, напишите об этом. Голосуйте, голосуйте! Ну вот, начался завтрак, пока Надя пытается почистить телефон, чтобы сфотографировать его. Не буду. Уже не будешь? Отличный Dragon Fruit Smoothie Bowl какой-то и авокадо-тост с яйцами, фруктами. Итак, за здоровье молодых. И не только молодых. И не только молодых, трицулечка. Спасибо, ребята. Могу позволить, смотрите. Бородаш. О, нормально я выпил, пацаны, смотрите. Бля, не подожди. Итак, минута славы. Все смотрят. Клип. Там, где мы секунду с Витьком. А где мы? Ну! Ура! Бля, очень веселые гости. Привет! Здорово! Добрый вечер! Hello! Пострижись! Пострижись! Наташа, смотри! Мне кажется, это лучшее, что могло произойти в Нью-Йорке. Мы просто с ребятами пошли в Мариванну, чтобы покушать нью-йоркский знаменитый стейк, хот-дог. Вот здесь все. Спасибо, Саш, с днем рождения! Пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Давай! Не покажу, почему я веселый такой. Друзья, расскажите, что у вас там в вашем радужном Киеве? Раки. Мы тут в загнивающей Америке мучаемся, страдаем. Ничего есть, люди, вообще. Но продолжаем это делать. Не знаю никаких я лобстеров, ничего такого мы не едим. Мы в Нью-Йорке чисто по борщу выступаем. Да, Александр? Да. Только что вот эта особа в виде Нади зафаковала мой пост и сказала, что я слишком пафосный, да, Надя? Отвали. Что я, типа, очень пафосно рассказывать о том, что я в Нью-Йорке. Я бы тебя ненавидела, если бы я смотрела. Да ты тоже в Нью-Йорке! Ба-б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 а. Мы туристы, да. Надя, стыдно идти рядом со мной, да? Нью-Йорк!
Всем пока. Подписывайтесь. Больше денег у него. Я стою, втыкаю, протыкаю каблуками пол. Мини-мани-мо. Больше денег у него. Я почти сюда случайно подошел. Это или ты, или фотошоп. Как мне это все надо ехать. Как мне это все надо ехать.